Серия встреч по подготовке к выборной кампании 2018 года прошла в Общественной палате Ульяновской области. 23 ноября было подписано соглашение между избирательной комиссией и Ассоциацией юристов России. Согласно документу, представители ассоциации должны организовать группу наблюдателей, которая будет следить за прозрачностью выборов. Потом также мы планируем консультировать наших избирателей, в том числе это очень многие вопросы по поводу того, на какой избирательный участок им нужно обращаться. То есть в этом направлении мы тоже помогаем и будем помогать избирательной комиссии осуществлять свою деятельность. Еще одно не менее важное соглашение было заключено между Общественной палатой и избирательной комиссией региона. После внесения изменений в федеральный закон о выборах президента Общественные палаты наделили правом выдвигать своих непартийных наблюдателей. Подписанное соглашение дает возможность чисто проводить выборы, тем самым соблюдать избирательные права граждан. Организация наша не ангажирована, она не политическая, то есть члены общественных палат не являются членами политических партий, потому что, как обычно это происходит на избирательном участке, то есть наблюдатели от каждого члена политической партии, либо от одномандатных, то есть они отстаивают интерес какой-то одной стороны. Член общественной палаты, который будет наблюдателем, он отстаивает интересы общества. По завершению серии встреч был организован круглый стол по обсуждению законопроекта о внесении изменений в федеральный закон о выборах президента Российской Федерации. Виктория Шикова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.